Voice. Поехали с мужем в строительный магазин. Он пошел с покупками. Я стала ждать в машине. Сижу, никому не мешаю. Тут вдруг открывается задняя дверь, и какой-то мужик вываливает целую охапку банок с краской на заднее сиденье. Я в шоке. Мужик-то не мой. А он еще чего-то там приговаривает про то, что забыл где-то припарковаться и не мог найти машину. Я жду, когда же он заметит, что это не его машина. И тут он открывает водительскую дверь, садится, поворачивается в мою сторону, и в глазах не мой вопрос. Чё за хрень? Где я? Он начинает оглядывать машину и пытается понять. Я еле сдерживаю смех. Он краснеет, извиняется, выбегает из машины, быстрее забирает всю свою краску заднего сиденья, начинает искать свою машину и видит, что она припаркована рядом, а в ней сидит его жена и вытирает слезы от смеха.